Всем привет! С вами я, Алиса. Мы находимся в Диснейленде под Парижем. Диснейленд имеет два парка. Первый парк Аматон, а второй парк Синема. Он киношный. Мы сейчас пойдем в парк Синема. А в парк Диснейленд мы зайдем попозже. Окей. Вам понравилась первая часть нашего путешествия по парку. Так что сегодня мы продолжаем гулять по Диснейленду. Вот Синема парк. Сейчас мы пойдем туда, с этим билетом. В этом видео я покажу вам побольше аттракционов. У меня годовой абонемент в два парка. Очень удобная карта. Стоила около 100 евро. Да ладно! С учетом того, что этой картой можно пользоваться целый год, это довольно выгодно. Так как вход на один день стоит 50 евро, а это половина. То есть, согласитесь, лучше купить годовой абонемент, нежели на один день билетик. Walt Disney Studios Park стал доступен с 2002 года. В основном посвящен киноиндустрии, истории и процессу создания легендарных мультфильмов и фильмов киностудии. А сейчас простой лайфхак для путешественников. Посещайте парк в будни, потому что в выходные народу намного больше. Я думаю, многие об этом знают. Первый аттракцион на повестке дня – студио Tram Tour. Это целый комплекс зрелищных декораций. Сейчас нам покажут, как снимают фильм. Запиши его, пожалуйста, мы будем Людей возят на красном трамвайчике и показывают разные декорации. Сейчас будет горячо! Все бежат и пищат. Снято. В каждой каталке находятся телевизоры, позволяющие увидеть все действие с высоты самолета. Мы проезжаем мимо известных машин. Узнаете? Ну и наконец на десерт сюрприз от дракончика. Ну, я это образ. Ой, так тепло стало. Любимый аттракцион! Ура! На нем есть ограничение по росту 1,40 м. И из-за того, что рассчитаны так сиденья, иначе вылететь можно. Опасно. It's so dangerous. Oh. Так что я давно мечтала попасть на этот аттракцион. Я же очень маленькая. Вот это да. Алло.
Здравствуйте. Говорит русская. Следующий аттракцион – «Армагеддон». Аттракцион сделан по американскому фантастическому фильму «Армагеддон». Земля попадает под периодически повторяющиеся метеоритные обстрелы. Астроном-любитель замечает, что к Земле приближается гигантский астероид. Специалисты НАСА рассчитывают, что если он упадет на Землю, то погибнут даже бактерии. До столкновения остаются считанные дни. Ну, а что случилось дальше, смотрите в фильме. Думаю, многие знают мультфильм «История игрушек». Эта часть парка посвящена именно этому мульту. Позируем. На аттракционе «Падение солдатиков на парашютах» есть специальная малюсенькая очередь для путешественников-одиночек. Такими людьми обычно забывают пустые дырки, но меня это не смущает, так как это быстрее раз в 100-500. Не успели мы подняться вверх, а уже опускаемся. И так повторяется 3 раза. Еще один клевый аттракцион для экстремалов – DC Racer. Что происходит на аттракционе, вы видите. Когда едешь назад, на последнем 5-м ряду сильно захватывает дым. А это вход на авторалли – карусель с машинками из мультфильма «Тачки». Там всегда мало народу. Аттракцион «Поездка в поисках Немо» активно пользуется спросом среди посетителей, так как кабинки летят на большой скорости по рельсам в темноте, взлетая и падая вниз, параллельно крутясь еще вокруг своей оси. Ковер-самолет, летопивулем, стилизованная карусель больше понравится детям от 4-5 лет. Оу, ведь это отель «Башня террора». Аттракцион «Пугалка» в стиле фильма об отеле с привидениями. Но вообще, когда мы летаем, там показывают, что семейка попала в другое измерение. Великолепно. Ну, действительно, ну куда еще можно попасть? Советую посетить этот аттракцион, если у вас нет проблем с вестибулярным аппаратом. Перед тем, как попасть на сам аттракцион, посетители проводят по коридорам и подземельям таинственного отеля. Все интерьеры выглядят очень красиво. Welcome to the Hollywood Tower Hotel. You're in for the elevator ride of your life. The Twilight Zone Tower of Terror. Да ладно! А говорю я, странно. На билетиках написано время, когда надо посетить аттракцион. Опоздаешь, билет пропадет. Рок-н-ролл костюм – это музыкальный аттракцион. Пока будете стоять в длинной очереди, скучать вам точно не придется. Стоп! Зачем он идет обратно? Объясните мне, пожалуйста. Цепочка людей тянется через залы музея рок-музыки. То есть вы одновременно можете посмотреть также на экспонаты, которые подарили Диснейленду знаменитые рок-группы современности. Здесь есть гитары с подписями популярных групп, сценические костюмы, ну а также студийное оборудование и другие интересные предметы. Это самые быстрые американские горки Франции. До максимальной скорости в 92 км в час они разгоняются за 2,8 секунды. Их пора штрафовать. Ох, вот это я шучу. Такое ускорение можно почувствовать в Феррари или же Ламборджини. О, наверное, это я. Сама поездка на аттракционе занимает где-то минуту с половиной.
За один час горки пропускают около 1800 человек. Получаешь большое удовольствие и адреналин. Также, наконец, можно посмотреть фото, которые были сделаны на самом аттракционе. Чтобы посидеть и отдохнуть, можно посетить шоу Motor Action. Переводится как «мотор камера», пытаясь соответствовать французскому языку. Оно демонстрирует зрителям работу голливудских каскадеров, исполняющих трюки на машинах и мотоциклах. В парке много площадок с героями Дисней. С ними можно фотографироваться и брать автографы. Ну еще и, конечно же, обниматься. Я вот попала на дружелюбных барундучков. Повезло. Йоу-йоу-йоу. Милашка. Это я про мини. Я выбираю тебя. Что ж, правильное решение, Рататуй. Танцы – наше все. Пятинку напоследок. Креативным и творческим людям Walt Disney Animation. Уж не знаю, как меня занесло сюда. Я вроде к таким не отношусь. Сейчас будем озвучивать кусочек мультфильма. Да, у меня топовая озвучка. Каждый день проходят сказочные мероприятия, которые для заправки можно посетить. В этот раз Дональд Дак забрал ключ и попал в страну, куда вход строго запрещен. И с ним проходят интересные события. Сейчас мне поставят печать с невидимым. Так как сейчас мы идем в Диснейленд, они нам пригодятся. На аттракционе будет атмосферно светиться. Попутно заскочим в Дисней Вилляж. Это огромный квартал, который принимает гостей даже после закрытия других парков парижского Диснейленда. Здесь находится множество различных магазинов, ресторанов, комплекс кинотеатров и центр для игры в боулинг. Приобрести на память сувениры можно в диснеевских магазинах. Здесь есть все, что и в самом Диснейленде. На память можно даже полетать на воздушном шаре динь-динь. Надеюсь, вы оцените это видео лайком и подпиской на мой канал.
Обязательно напишите в комментарии, будет ли вам интересно продолжение и понравилось ли вам это путешествие. Всех вас очень люблю. Be cool and crazy. Пока-пока!